До следующего народного курултая Совет Аксакалов будет работать с делегатами по 7 направлениям. В частности, со старейшинами, женщинами, интеллигенцией, с молодежью, мигрантами за рубежом и с центрами народных инициатив. Все предложения и вопросы будут передаваться исполнительной власти. Кроме того, основной деятельностью Совета будет обсуждение конституционного закона о народном курултае. Совет Аксакалов является рабочим органом и будет осуществлять свою деятельность до проведения следующего курултая. До следующего народного собрания мы будем подводить итоги первого народного курултая и аналитическую работу по вопросам и предложениям делегатов, обобщать их и передавать исполнительной власти. Народные избранники в ходе двухдневного собрания смогли озвучить порядка 2000 вопросов и предложений. Среди них была и критика в отношении деятельности некоторых ведомств. Все это опровергло мнение, что курултай был дежурным. Отнюдь делегаты с высокой трибуны выступали со смелыми заявлениями. 911 вопросов, которые были подняты на первом народном курултае, находятся на стадии проработки в профильных государственных органах. Информация об этом была озвучена президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. Принято решение, что представители местных властей один раз в квартал будут собирать делегатов на мини-собрание, где расскажут о проделанной работе по итогам первого народного курултая и заслушают новые проблемы населения. Тридцатого ноября глава государства провел встречу с Советом Аксакалов. Вместе они предложили разработать программу развития до 2050 года, включив туда такие компоненты, как строительство заводов и ГЭС, возвращение на родину мигрантов из-за рубежа, разработка законопроектов о генофонде нации и материнском капитале. Президент попросил народных избранников безбоязненно и открыто говорить о нарушениях закона, свидетелями которых они стали. Отношения между народом и властью укрепились, и все кыргызстанцы стали свидетелями того, как сделан еще один шаг к совместной слаженной работе. Делегаты, избранные из числа народа, открыто заявляли о проблемных вопросах и путях их решения перед высшим руководством страны. Это свидетельствует о том, что в Кыргызстане есть свобода слова и страна на правильном демократическом пути развития. Сегодня стоит вопрос дальнейшего продвижения законопроекта о народном курултае. Поднятые вопросы не останутся без ответов или без исполнения. По поручению президента Садыра Джапарова, кабинет министров и госорганы будут принимать меры по решению поднятых делегатами вопросов, предложений и замечаний. Салима Дюшенбекова, Санжар Дудушпекулу, СТВ.